В городской библиотеке номер 21 прошла лекция «Тайна квитанции ЖКХ», организованная Центром по работе с населением. Юристы учреждения объяснили собравшимся тонкости формирования платежных документов и рассказали о правовых обязанностях потребителей УК и ТСЖ. Мы в основном рассказываем основные параметры о том, каким образом производится начисление за коммунальные услуги, каким образом их можно оплачивать, как передаются показания счетчиков. Люди очень часто обращаются с тем, что не для надлежащим образом оказываются услуги, то есть каким образом можно произвести перерасчет на основании таких услуг. Очень много вопросов по мусорной реформе, о ее реализации на территории города Вологды в данном случае. Все участники могли задать вопросы по оплате коммунальных услуг. Им также раздали брошюры, в которых подробно описаны составляющие платежных документов. Да, встреча была, конечно, полезная, но по полочкам выстроилась, более систематизировали знания, теперь уже, например, знаешь, куда обращаться, если что. Даже мои родители, например, они вот не все знают, за что какие тарифы, за что мы вообще платим. Всего планируется провести не менее 60 подобных встреч с трудовыми коллективами Вологды. У нас возник такой проект, замечательный «Тайна квитанции ЖКХ», где уже не жители к нам приходят, а когда приходим мы. Мы приходим в организации, соответственно, для коллективов трудовых читаем лекцию. Заявки мы сейчас активно уже принимаем от всех организаций, то есть если кто-то желает для своих коллективов провести такую встречу, лекцию, то мы с удовольствием примем это предложение и придем. Лекции «Тайна квитанции ЖКХ» проводятся совместно с ассоциацией ТОС города на средства гранта правительства Вологодской области. Павел Антонян, Михаил Протасов, Вологда РФ.